переходим к мускулатуре рук и ног. Для плеча мы уже несколько мышц сказали, которые так или иначе с плечевой костью связаны. Дельтовидная, большая грудная, трапециевидная, они с основанием плечевой кости связаны. Давайте посмотрим, а еще что? А еще есть парочка мышц, о которых мы с вами уже говорили. Которые будут ответственны вот за эти движения. Сгибание, разгибание руки в каком состоянии? В локтевом состоянии. Совершенно верно. Бицепс. Мышца, которая ведет сгибание руки в локтевом состоянии. Бицепс. Или двуглавая мышца плеча. Бицепс лежит вот здесь. Вот этот конец его неподвижно прирастает в двух точках. Плечевой кости. Вот само мышечное брюшко бицепса. Да? А вот крепление сухожилия бицепса к костям предплечья. Если бицепс сокращается, вот эти точки никуда сдвинутся. Да? А вот здесь сустав, здесь кость может поворачиваться. В результате точку А потащила вверх. Вот эта линия сокращается, точка сместилась вверх. А она приросла к костям предплечья. Какое положение займет предплечье? Вот эту точку мы переместили вот сюда. Вот какое положение занимает теперь наша рука. Итак, бицепсы располагаются на передней фронтальной проекции. Вот здесь. Вот. Хорошо, а теперь, как надо расположить мышцы, которые бы вели разгибание руки? Трицепсы. У этих мышц три точки крепления на плечевой кости. Вот само брюшко трицепса. А сухожилие вот крепится вот к этому отростку. Локтевой отросток локтевой кости. При сокращении трицепса точка Б уезжает вверх. И сухой происходит. Проворачивается в локтевом суставе. Рука разогнулась. А трицепс крепится? Трицепс одним концом к плечевой кости, другим концом к локтевому отростку локтевой кости. То есть уже на предплечье. Скажите, вам человек стоит лицом. Так? Ну, напряжь, допустим, одежды нет. Какие из мышц рук вы видите, а какие не видите? Бицепсы. Бицепс видите? Трицепсы нет. Нет, не видите. Нет. Трицепс где? Трицепс вот. На спинной проекции вы его увидите. Со спины. Да. Спереди трапеции видны. Трапеции видны немножечко видны. Вот они. Давайте все это вот так штрихуем. Именно они создают вот эту линию, контур шеи у человека. Так? Поэтому смотрите, у качков эта линия выпуклая, а у нормального человека... Она прямая совсем? Нет. Вогнутая, наоборот, немножко вогнутая. Да. А, у меня вопрос. А вот почему, когда отжимается, бывает, что если руки параллельно ставить, то это на бицепс, а если смотря на друг друга, то это на трицепс?
отжимаются руки параллельно на бицепсе. Да, как на бицепсе, а вот так на трицепсе. Неграмотно говорят. Значит, бицепсы вот работают усиленно когда?